Всем доброго времени суток, всем привет, приветствуем вас на нашем канале. Сегодня мы будем испытывать наш афганский казан, который мы обработали. Видео на нашем канале, я поставлю ссылочку тут, или там. Так, все. И, значит, мы решили сделать картошку с мясом. Какое-то простецкое блюдо на первый раз. Мы приготовили мясо, это у нас говядина. Говядина с жиром. Так, также у нас картошка. Картошка у нас вместе с кожурой. Здесь в Америке кожуру не чистят от картошки. Приготовил лук, полукольцами порезал, чесночок. Морковочка купил в магазине, уже чищенная, хорошая. Все. Значит, первым делом мы ставим казан на огонь. Заливаем масло. Масло я заливаю больше, чем нужно для готовки. Мне нужно больше мяса для обжарки мяса, морковки и лука. А потом лишнее масло я выберу. Это 750 миллилитров. Ну, у меня казан 20. Если у вас меньше казан, и масло нужно меньше. Нет, еще не готово. Все, когда масло нагрелось, я люблю обжаривать лук в самом начале. Первый идет лук, потому что лук убивает запах масла. Обжариваем лук, его вынимаем, и только потом обжариваем мясо. Мясо обжариваем, вынимаем, морковку обжариваем. Он всегда в масло идет первый лук. Так, поставили масло на огонь. Теперь проверяем готовность масла. Берем лучок, шумовку и опускаем. Вот, если вы видите пузырики, начинает жариться. Все, значит, масло готово. Отлично, масло готово. Теперь кидаем лук. Помешаем. Конечно, мы жарим до золотистого цвета. Все, обжарили лук. Все, морковка готова. Смотрите, какая красивая, а? Прелесть. Все, морковку вытащили, отправляем мясо. У нас есть и косточка. Все, огонь у нас на полное. Надо, чтобы мясо все запечаталось. Все поры запечатались. Мясо готово, прожарено. Достаем мясо. О, видите, какое. То есть чуть-чуть начинает поджариваться, и все, и можно вытаскивать.
Сейчас я вытаскиваю лишнее масло, потому что масла много я наливал. Все. Оставили буквально 100 грамм масла. Теперь возвращаем нашу жареную морковку с луком. Расправляем ее по донышку. Наше мясо. Заливаем водой. Воды, чтобы покрылось мясо у нас. Добавляем специи, чеснок. Соль. Кюри? Кари. Кари? Кари. Черный перец. Паприка. Ну, бестолковый этот перец. Лавровый лист. Закрываем крышку. И отправляем на 20 минут. Когда клапана сработают, засекаем время на 20 минут. Готово. Теперь добавляем картошку. У нас тут сладкий перец и петрушку. Добавляем воды. Добавляем воды, чтобы картошка у нас была в воде. Мы любим, когда много воды. И ставим на 5 минут. Чесночок добавляем. Ставим на 5 минут. Время засекаем от того, когда срабатывают клапана. Все, почти готово. Картошка сварилась, открываем. От себя к жене. Бум. Отлично, варится. Все кипит, мама, у нас.
проварено. Может быть, даже и 5 минут и много? 5 минут, может, даже и много, да. 3 минуты хватит. Вкуснятина. Так, теперь последний у нас остался ингредиент, это петрушка. Мы ее кидаем туда. И пока мы тут суп доделаем, она дойдет там. И готовиться не надо, она пропарится и все. Как вкусно. Пальчики оближешь. Немножко перемешаем, чтобы петрушка у нас... Картошка, перчик, морковка. Как вкусно. Мяско. Мяско во рту тает. Бесподобно. Очень вкусно. Думаю, что мясо варится достаточно будет 15 минут. 15 минут мясо и 5 минут картошки. Очень вкусно. Я так скажу, что по вкусу получается вкуснее, чем в обычном казане. Очень вкусно. Оставайтесь с нами на нашем канале. Будет плов. Всем пока-пока.